Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, что до самого рассвета им гореть, едва мигая. Кто, не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый. И заторопится все дальше, 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 и так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, фитиль подрежет и нагарщик сами снимет. А если стеклышко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. Еще есть у него забота следить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. Еще вы, наверное, думаете, что когда падает звезда, у фонарщика сразу убавляется хлопот. Ничего подобного, ведь тут же на ее месте рождается новая. Просто до поры до времени ее не разглядеть невооруженным взглядом. И поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он из лейки поливает. Вы мне скажете, я вру, и так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп, посмотрите сами, вы увидите, что вроде маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек слегка подправит. И заторопится все дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то был высоким этот маленький фонарщик. Был высоким, был ужасно долговязым, таким, что лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Может, скоро совсем от него ничего не останется. А все потому, что есть у него одна привычка. Спичку он зажигает, чиркая подметки своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми, уменьшается сам фонарщик. Пусть немного всего на 0,01 какой-то миллиметр. И все же, говорят, дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он отдает частицу самого себя. Но это же страшно. Каждой звездочке хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же люди будут с нами? В небе добрыми руками кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь, вы-то знаете, что никакого фонарщика нет, что все это ядерные процессы, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллионов веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, 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 и их уже не собрать, если только за дело не возьмется маленький фонарщик.